Кофеин – наркотик, вы не знали? Вы пришли бы говорить со мной об этом. О чае. Мой главный грех – безобидная травка, как вам известно. Только я подсел на ее продажу, а не потребление. Я сознательно выбрал именно марихуану. На вашем примере я знал, что в белом или буром порошке денег намного больше, но мой товар, он никого не убивает. И это хорошо. А ваша отрава всегда была и остается разрушителем миров. И да, ваше пособничество делает вас соучастником. Не хочу читать вам лекцию по новой нравственности. Так нафига ты пришел? Ты хочешь со мной войны, Джордж? А я тут вытанцовываю лунной походкой. Мне это слегка надоело. Нахрен мне твоя ножа! Ты хотел, чтобы сухой глаз узнал, продам ли я свой бизнес за горсточку риса? Ты думал, я не узнаю, что ты за мной шпионишь? Да, ты пересек грань. За это придется платить. Ты устроил налет на мою ферму. Ты знаешь правила, Джордж! О чем ты думал, твою мать? Ты устроил налет на мою ферму! О чем ты думал? О чем ты думал, Джордж? Еще раз будешь копать под меня или начнешь угрожать моему положению, мне придется ответить на твой призыв к оружию. Это тебе понятно? Хорошо. Так, я смотрю, тебе слегка поплохело. Это потому, что мой человек подмешал тебе в чай бактерии Шигеллы. Если пустить это на самотек, до зари ты насмерть усрешься. Советую выпить эту шипучку. Все пройдет через пару часов. А пока подумай над своим поведением. Джордж, если я достал тебя на твоей же кухне, я достану тебя повсюду.